последним событиям. Президент России Владимир Путин поручил разработать стратегию развития сельских территорий. Причем в изменения сельской жизни должны активно включаться не только чиновники разных уровней, но и сами жители. А на федеральном уровне необходимо определить финансовые и организационные механизмы достижения поставленных целей. В Москве прошло совместное заседание Госсовета, а также Совета при президенте по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политики. Участники встречи обсудили поддержку малого предпринимательства и кооперации на селе, как одну из мер, способных удержать жителей в деревне. Среди присутствующих федеральные министры, депутаты, руководители регионов. Там же находится и губернатор края Лев Кузнецов. В Кремле сегодня работает наша съемочная группа. Нам удалось связаться с Еленой Иваницкой по телефону. Вот что она говорит. Добрый вечер, Ксения. В Кремле около часа назад завершилось заседание Государственного совета. На этот раз оно было посвящено вопросам села. В своем вступительном слове президент России Владимир Путин отметил, что сельские территории у нас обладают мощным потенциалом, и главная задача – эффективно его использовать. К примеру, сейчас в стране и даже в пределах одного региона сельские поселения развиваются не одинаково. Одни процветают, другие выживают с трудом. Именно поэтому необходимо разработать долгосрочную стратегию устойчивого развития сельских территорий. Она должна предусматривать решение ряда вопросов, в частности, обеспеченность жильем, дороги, развитие предпринимательства и привлечение молодежи на село. Заняться разработкой этой стратегии должна специальная рабочая группа. Сегодня несколько предложений уже было внесено. Одно из них – поручить Минсельхозу координировать все ведомственные программы по поддержке и развитию села. Дело в том, что в разных регионах действуют разные программы, и реализуются они с разной степенью успеха. Именно поэтому, считают специалисты, необходимо координировать их на федеральном уровне. На заседании этого Госсовета присутствовал и губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. Мы поинтересовались у него, а как в регионе собираются поддерживать сельчан в этом году. Однако об этом я расскажу вам уже завтра. А на сегодня у меня все. Ксения. Спасибо, Елена. Ждем вас с новыми подробностями.